хочу сейчас вспомнить в этом уходящем высокосном годе, который унес нашего друга Адама Ульянова. Хочу прочитать небольшое стихотворение, которое, может быть, даже вот мы соберемся с силами и превратим в какую-то песню в присутствии наших музыкантов, если их будет осенить вдохновение. Так вот, я пока бы считаю как стихотворение. Но как его нам не хватает? Тоска так за душу хватает. Свадода Павловна и он, их не заменит миллион самолюбленных молодых. А наш Адам лишь молод был душою и жил одной идею такую, что нужно жить не для себя, горел одной душой, любя, горел душой любых людей. Бог с ним, Бог с ним. Ты будешь быть за Адама? Ну а как же? Ну, извини, все, Адам же самый мой близкий друг, а как вас же? Вас надо рассадить, вы очень Адам любите самый близкий друг. Давай, давай, поехали. А как же? Не будь волюнтарист. Кстати, он сейчас смотрит на нас, он сейчас с нами, да, сверху. Адамчик всегда любил, если бы он сейчас точно приехал бы, сразу бы приехал, я знаю это, да. Он даже с тобой это. Поехал в холод, поехал... Вот на 8 марта, да, ой, конечно, ой. Да. Он не мог в Коктебель поехать, ему просто жара, он не мог, жарко, он не может. Он был молод душой, как и я. Ну да. В любой момент он может вскочить и поехать куда угодно. Вот...